Всем привет! Вот решил показать свою мини-разводню. Тут давно ее не выкладывал, не записывал ролики про нее. Раньше она стояла на балконе, но так как сейчас идет ремонт, поставили временно стеллаж в комнату. Вот здесь вот рыбки, это гупяшки с пруда. Это еще привез, потому что уже ночью становится холодно. Их вылавливал сюда вот. Это тут аквариум на 40 литров, по-моему. Допфин называется, если не ошибаюсь. Фильтр тут акваэлевский рюкзачок. Так, ниже есть гуппи, которые уже были. Они вот стоят на продажу. Это аквариум где-то 20 литров. Или 30, вот точно не помню уже. Это акваэлевский. Вот чуть побольше. Тут Мальнезии Вильфера. Самец, две самочки. Вот в этом контейнере как раз мальки от них. А вот маленький аквариум, ну как... Он, наверное, такой же по объему, просто это более квадратный, это более вытянутый. Сюда также из пруда меченосцев. Их просто разграничил, чтобы они с гупяшками не были все в одном. То потом будет сложно их всех вылавливать, сортировать. Здесь у меня ферма Аула Фореса. Ну как ферма, контейнер один. Сейчас ему надо будет воду поменять. Все от одного компрессора, вот серовский, на 4 выхода, 4 канала. Так, здесь у меня малинезии обычные, но их сейчас, они вот под фильтром здесь самодельным прячутся, их так не видно. Так, и здесь еще один стоит контейнер. В нем у меня как раз мальки. Все из пруда, которые были в Малинезии. И от вот этих вот. И вот как раз одна там выплыла. Здесь я их не считал, но... Наверное, штук 50 там есть. То есть контейнер на 70 литров. Фильтр барбус стоит. Обогрев вот тут, то есть обогреватель, ну вот, контейнер на 70 литров. Вот тот такой же контейнер. Обогреватель тут стоит, но он не подключен. Температура нормально держится. Вот в этом контейнере также стоит обогреватель, но у меня все обогреватели включаются только ночью. Только вот у этих обогревателей, то есть все время поддерживает температуру, потому что мальки, чтобы быстрее росли. Этот контейнер литров 30, по-моему, или что-то такое. Не помню точно. Может, даже не 30, 20. А у Лафорус я меняю воду. Раз, получается... раз в два дня. Ну, грубо говоря, в пятницу поменял воду, уехал. В понедельник поменял воду. Ну, даже раз в 3 дня получается. Есть какие-то будут вопросы, спрашивайте, отвечу. Здесь у меня этот самый маленький стоит, ну, тут просто креветки. Кормлю я вот здесь корм ГСК. Все его хорошо едят. У меня есть и тетровский корм, хлопья. Но пока что вот этим вот кормлю. Тут в этом маленьком контейнере одной рукой неудобно снимать и открывать. Мука
для червячка Олафоруса. Его собираю, ну, тоже раз в неделю стабильно кормлю им. Спокойно, то есть на всех хватает, и на большой аквариум, на эти все. То есть если воду ему каждый день менять, то его будет еще больше. Туда к нему подается, вот, кстати, не сказал, кислород. То есть вот на эти все аквариум, вот на этот. Идет от этого одного компрессора. Вот с регулировкой. То есть максимум. Минимум. На камеру прям не очень хорошо видно. Но глазами прям заметно то, что намного больше становится, когда на максимум пузырьков. Вот даже так на камере видно. Там у него сзади фильтр маленький стоит, ну, как ватка, просто перед заходом воздуха. Когда он забивается, это происходит, ну, наверное, раз в 3 месяца. От пыли это чищаю, просто ватку туда новую вставляю. И вот на Олафорус маленький такой регулятор поставил, потому что ему много воздуха не надо, как вот в аквариумы для фильтров. То есть, а просто поддерживать кислород у него. Ну все. Будет что-то интересное, спрашивайте. Всем пока.